Так, ребят, привет-привет. Я на два слова. Вот сейчас вы будете смотреть видео, как ко мне в Батуми приехали ребята с Киргизии, которые хотели купить автомобиль. В общем, ну, как я им помогал, как мы, собственно говоря, выбираем машину. И если вам будет это интересно, эта тема, если вам будет, у вас будет желание купить автомобиль, ну или просто какая-то консультация по машинам в Грузии, то можете мне писать, внизу будет мой инстаграм, там в описании видео будут мои контакты, вайбер, ватсап, там телеграм, пишите, звоните, вот, и по большому счету ребятам понравилось, и я готов предложить такой, скажем так, авторский тур, то есть вы приезжаете в Батуми, я вас встречаю, поселяю, мы выбираем автомобиль, там, к примеру, в Батуми в окрестностях, если здесь нет, мы можем поехать в Тбилиси, на авторынок, на автопапу, выбрать там автомобиль. Вот. И туда входит встреча, проживание в Батуми несколько дней. Ну, это все можно обсудить. Какой-то трансфер. То есть мы ищем автомобиль, ездим на моей машине, смотрим, выбираем. Какая-то экскурсия будет по Батуми, по региону, там водопады, я не знаю. Просто познакомлю вас с Грузией. Поэтому, если будет интересно, обращайтесь, пишите. И я вам смогу помочь, ну, чем смогу. Ну, а теперь поехали, смотрите видео. Ребят, вот приехал в аэропорт. Нужно людей встретить. Ну, скажем так, подписчики попросили тут встретить, повозить по Батуми. В общем, жду их. Через 10 минут прилетают. Кстати, это батумский аэропорт. Вот, маленький, компактный. Через 10 минут прилетают. Говорят, как мы тебя... Ну, как мы узнаем друг друга, глаза в жизни не видели. Ну вот, я тут придумал такую штуку, не зря ж купил. Опа, вот. Ну, теперь точно узнаю. Если вы будете ко мне прилетать в гости, отличительная особенность будет такая шляпа. Вот так вот. Ну что, пошли? Так, ну вот. Что-то раньше он прилетел, я смотрю. По графику без 10, а уже... высадился. Вот, ну вот я вот встречаю. Ну, тяжело меня не узнать, правда? Ждем. О, прилетели, прилетели наши ребята, да, с Киргизии. Бишкек, да? Как правильно? Бишкек, Киргизия. Фу, жарко в этой шапке. Ну, так, Улан, это ты? Нас встретил Андрей, да. Айдар. Ты Улан? Айдар, Улан. А, друг? Айдар, Айдар. Айдар, все, окей. Айдар, Улан. Ну что, едем смотреть Батуми? Батуми, да. Поехали. Поселили. Да. Поселили наших друзей. Да. Смотрите, ну, с Киргизстана. Так, что у нас тут? Ну, понятно, как и у нас. То есть номер аналогичный, как был у нас. Вот, первый месяц мы жили. Даже кажется, на ту же сторону он выходит. Мы жили здесь же, на 3 этажа ниже. Это 26-й. Смотри, какой вид. Такой вид, да? Класс. Ребят, в Грузии самые красивые закаты, я вам честно говорю, сколько я их видел, на морях, на разных. А вот там горы. Ну, вам нравится? Да, нравится. 150 лари за ночь. Если будут, ребята, наверное, будут тут дольше, но не здесь вообще, в Батуми, придется что-то искать, скорее всего. Да. Подешевле. Ну, первую ночь можно первую будет. Первую ночь можно. Ну, ради бит, этого бит. Стоит один раз, да. Да, вид шикарный. Возьмете вина сегодня или что-нибудь там, я не знаю. Чача-мача, да? Чача-мача. А чачу пьете? Да, мы тебе, брат, этот, как раз видишь, это у нас этот, национальный. Что это? Убор. Баймее, пацаны, я собираю шапки. Да? Да, реально. У меня грузинская папаха есть. Это наш национальный. Пацаны, спасибо. Специально. Специально. Как носить? Ух ты. Да, так, носят у нас. Опа, ну как я, а? А, круто, ребят, спасибо, блин, все. Пожалуйста, брат, это наш национальный. Класс. Опа. 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 Ну как? А ну-ка, глаза открой. Опа. Ну что, дружба народов. Украина, Киргизия. Ну правда, шапка-то грузинская, ну. Да, грузинская. Да, ничего себе. Народ, так мне две шапки подарили. Вот, смотрите, вот одна, вот вторая. О, класс вообще. Я теперь буду коллекционировать такие вот головные уборы. Вот у меня есть грузинская, киргизские, две. А? Наш попробуй. А это что такое?
Ну попробуй вот эту белую такую. На вкус как? Это наш. На вкус. Что-то напоминает. Блин, что это напоминает? Что это? Это как что-то из молока? Да. Из конины какой-то? Нет? Да, да. Да? Правда? А что? Ну, не с конины. Ну вообще, что это? Да, это с молока. Это наш национальный крут называется. Крут? Да, курут. Курут? Да. А его как под пиво? Да, есть вот тут, видишь, подчечил. Вот. Видишь? Это, а это еще это разные чуть, вкусы? Это чуть с перчиком, эти. Спасибо, пацаны. Ну что, ребята сейчас звонят своим родным, скажут, что приехали. Смотрите, какой закат. Ну, красота же. Что, идем кушать, сейчас найдем какой-то ресторан. Да. Блин, в этом доме я прожил целый месяц. Да? Да, да, да. Вот, Колизей, пожалуйста, перевернутый дом, все дела. Думаем, куда сходить. Может, санрайз попробовать или вот здесь напротив. Или на озере там. Короче, зашли в ресторан Аджарулия Сахли. То есть аджарский дом, я так понимаю. Сейчас посмотрим, что тут у них покушать есть. Ну, не знаю, можно поставить на паузу, посмотреть. Да, за дружбу народов, за то, чтобы у вас все получилось. За знакомство. Тоже приезжай к нам. Обязательно. Буду знать, что у меня есть друзья уже. У нас в Украине говорят «будьмо», ну типа. А в Грузии говорят «галаджос». Ой, оно какое-то крепленое, блин. Крепкое. Крепкое вино, блин. Сколько градусов? Вот, в общем, приехали с ребятами смотреть первую машину, хотят купить автомобиль и на трейлер, и она поедет в Киргизию, а они полетят на самолете обратно. Машина будет ехать неделю. Вот первый автомобиль Honda Servi. Сейчас позвоним хозяину, ну и будем смотреть, что за машина. Че, в общем, тут сразу видно, капот, шпаклевка даже не пробивает толщину краски. Вообще не пробивает. Вообще не пробивает. То есть крыша 009. Здесь 0.1, ну что-то было с капотом такое. Но здесь вот тоже вот видно дверь красили. Здесь пытались что-то шлифануть, непонятно. Вот такое. Ну и что? Где-то еще крашено. Есть? Так, ну это вторая машина вообще. Toyota RAV4 гибрид. Ну покажите ее. 66 тысяч с половиной миль. Ну такой чистый салон. Салон такой аккуратный, да? Да, да. Ну смотрите. Все отлично. Сидим, сидушечки такие. Белые. А, слушай, а тут люк еще, ну-ка открой люк. Блин, я так хотел себе машину с этим, с панорамой или с люком, класс. А не купил. Клевая резина. Сейчас можно ее пробить. Получается, да. Ты видел такой удар? Да. А, посадки не видел. Не видел? Блин, если так посмотреть, ну-ка. Не, ну так там капот и крыло. Нет, это там не другое. Я просто одну фотку открыл. Нет, то же самое. То же самое, да? Нет. Что ну, там, брат? Ну, нормально, в общем, смотрите, какие багажничек туда. Прям крыло акулы. Давайте посмотрим. Да, класс. Вот такую нам надо машину. Будущее. Да? Сколько окончательно будет? Ого. А? Я думала она дешевле. Ага. А даже так, да? А нажимаешь кнопку, она
закрывать. Сколько хочет? 17500. Пробуем. Кроме меня еще кто-то писал? Что это наш обед. Да. Очень вкусно. Да. Очень вкусно. Да, это очень вкусно. Хачапури тавадори. Сыр со всех сторон. Внутри, снаружи, я сверху. Я первый раз кушаю. Да? Вообще да. Вкусно. Это 19 хинкали, сказал, последнюю хинкали принесет отдельно. Не влезло, наверное, да? Yeah. Тебе нравится? Да. Ты что-то пробовала? Я здесь пробовала хинкали, мне кажется, пока это самое лучшее. Ну, а это хачапури тебе нравится? Я не во всех была заведений, это тоже вкусно. Вкусно, да? Вкусно. Ну да, наверное. И лимонад тоже вкусный. Кстати, это же у нас хинкали с говядиной. Да? Они, возможно, будут не такие сочные. Да, ребята, сегодня не едят, поэтому пробуем с говядиной, да. Ну вот, очередная машина RAV4, 16-й год, гибрид, ну понятно, подкрашена, есть там мелкие нюансы, сиденье нужно там. Ты уже сидишь? Да. Ну люк есть, класс. Тут подкрашено, видно, да. Тут, вот здесь на фаре немножко. Вот. Короче, дверца багажника, там кнопки нет. Ну был удар. Получается. Подписываемся. Сейчас проедемся немножко, да? Мне нравится, когда есть люк вообще. Когда есть люк? Да, очень нравится. В этих моделях. Назад, да? На батарейке едешь. А есть какие-то парктроники или что-то? А, вон камера, смотри, камера заднего вида. Да. Камера заднего вида, есть контроль полосы. Туда. А он знает, куда нам. Дистанция. Открой это, слушай. Думал, кондиционер включит. А, он не работает. Фреона нет. Да. Такая вот. И мы тут сзади втроем. Ну что, комфортно тебе, Юля? Да. Места хватает? Не, слушай, ну посередине, не да? Часто сидишь. Конечно, до потолка тут маловато, если потолок был бы 1.90 м. Ну так нормально, в принципе. А в перерывах между просмотрами мы тут купаемся. Сейчас ребята пошли на пляж. Пошли, мама. Надо было купание забрать. Ножки помочь. Ну что, как вода? Да? Чистая вода. Кстати, вода чистая, блин. А я шорт. А я плавки не взял, мама. Что это вам, блин? Джип 4.4. Ну, мою-то надо, да? Ну, понятно, понятно. А мой вас хочешь. Какая цена? Это за 12 я продаю, ну. Да? А как она здесь? Это погодный сюрреалистический. Открывается как? Причем? По модному. Да. И закрывается пультом. И заводится пультом, заводится. Я понял. Заводку. Ага. А закрывается тоже пультом? Конечно, да. А рукой можно вообще закрыть ее? Конечно. Если пульт потерял. Это тоже можешь отключить и включить. А. Это надо с малого года. Это все, где на рынке поставляют, мазуют, тажуют. Это ничего, у него винкод знаешь, как можно. У него только капот новый поставили. Только капот ударили у него. Только капот. У него новый капот. Винкод посмотри. Сейчас. Это новый капот. Капот. Как он открывается? Три и два. Ну как другие люди купятся? Куплю зеленый на рынках. Это что есть? Я рынка не продаюсь. Я не продаюсь. Я просто. Это мой машину, жену я купил сейчас. А? Как тут крыша открывается. О, вот это я люблю. Вот это мне нравится.
вкусно, надо вообще. Опа. Это вообще ничего я не сделал. На сиденье хорошее видно, да. Это когда почистишь это будет вообще шикарно. О, крыша мне нравится. Вот я бы себе такую взял, конечно. Ему надо 52-й басов, надо еще. А я это... Смотри, как новое вещество из завода. Ничего нет. Да, ну вот, четвертый на сегодня автомобиль, RAV4, черный. 16-й год, да? Чистый 16-й год. Ну, пока это... Ну, мне это лучший вариант. Все работает, все родное. Единственное, здесь пластмассок нет. Нужно еще что-то сделать. Вот багажник. Ребят, как новое все. Двери как закрываются. Смотрите, ребята, автокресло. Ну, сказал, не продает. Хотели купить. Для Вано. Ребята хотят проехать. Едет? Да, едет. Туда вообще нельзя заезжать. А, да? Полиция вас увидела, там такой... 2000 лари штраф, слушай. Там же набережная люди ходят. Ну, батарейка нормально работает. Да. Ребята ездили на батарейке. Ну что, как вариатор у них? Вроде такой нормальный. Ну, короче, ребятам вроде нравится, но сегодня суббота, уже 5 час, и ну, полиция не работает, то есть нельзя ее купить. Завтра воскресенье тоже не работает, поэтому если они хотят ее купить, ну, если захотят купить, будем ждать до понедельника. Вот так, поэтому приезжайте за машинами с расчетом, что вот воскресенье купить не получится. Блин, уже дали задаток. За черную. А тут еще белая приехала. Смотрим. Ну, мы уже молчим, что мы дали задаток. Равная резина. Да? Вот, блин. Это тоже 4 ВД, да? А? 4 ВД, да? 4, да, конечно. Он отключаем или постоянно? Нет, ну отключайте. Привет, привет. Так, ребят, тут попал Orbi City номер, значит, 38 этаж. Ну вот смотрите, номер, ну такие, все в белых тонах. Открывайся же. В общем, ну шкаф есть, печка есть, ну тумбочки, вот холодильник, кстати. Так, ванная комната, да? Короче, как она здесь работает? Так, ну понятно. Туалет, полочки, зеркало для прыщей. Разные да. Здесь. В общем, ну, такой прикольный этот. Душевая. Нормально. Ну и номер. Наверное, метров 28, может даже меньше. 26. Кресло. Я так понимаю, можно разложить. Хотя, не факт. Тумбочки, вот зеркало, ну вот, привет, кондиционер, ну все так, столик, пацаны отночевали здесь 2 ночи, телевизор, и вот вам виды на море. 38 этаж, ребята, вот там озеро, фонтаны по ночам. А это город, там горы. Так, ну что, ну вообще, ребят, ну честно, как в банке какой-то. Высота потолка, смотрите, ну вот, я достаю до потолка практически, 2,50 максимум. Ну, я не знаю, места мало. Вот этот балкон, это мое, ну, личное мнение, балкон вот, смотрите, вот вышел тут. Вот тебе сосед, там еще сосед, то есть, ну как, не знаю, как инкубатор какой-то, что ли. У нас номер, а смотрите, какая высота потолка в коридоре, вот, я рукой вот так достаю, вообще низко, удивительно, дверь, ну дверь 2 метра, если у вас 2,05, уже
бьешься головой. Вот, и мы идем по коридорчику. Ну да, все так симпатично. Ширина коридора, ну, полтора метра, да. Вот, и вот лифты у нас тут, да. Ну что, ну, в принципе, симпатично, конечно. Что радует в этом Орби-Сити, что лифты здесь бесплатные. Народ, в общем, ситуация такая. Ну, вторую машину ребята здесь решили не брать, потому что... ну, вот представьте, приехали, у них деньги на счету, а деньги снять не могут. Ну, то есть, как бы банк выдает по $100 там. Сначала давал по 500, потом начал выдавать по $100. Потом совсем перестал выдавать. Мы зашли в банк, говорим, ну, ребят, надо снять денег. Они говорят, ну да, надо оформиться в банке, в общем, надо кучу-кучу там всего сделать. А дальше мы вам выдадим посттерминал 2,5% от суммы. Если вы едете за машиной в Грузию, то уточните у своего банка, как вы будете снимать в другой стране деньги, какой процент. А сейчас, конечно, говорят, в следующий раз будем ехать только с наличкой. То есть берешь на человека по 30 тысяч лари, то есть то, что не нужно декларировать, это получается... Ну, по 9-800 долларов. И, в принципе, можно провести без проблем. И сейчас он пытается получить... Это уже третий банк, куда мы заходим, Liberty Bank. Тут... Но здесь процент сказали ниже 2%. Если сейчас все нормально, ему выдадут деньги, ну, едем сразу машину забирать. Потому что продавцы уже звонят, говорят, ребята, мы готовы, мы... вы где, вы где? А мы говорим, мы денег не можем снять. Ребят, ну что, случилось? Мы приехали вот в сервисный центр оформлять RAV4. Сейчас ждем продавца. В общем, была, ну, реально эпопея с этой машиной. Почему? Объясняю. Мы пытались деньги снимать. Сначала там выдавали нам банкоматы по $500, потом по 100, потом вообще перестали выдавать. Но мы там бегали по всем банкам, пытались сделать какой-то... Уже и забыл, как это называется. В итоге, что оказалось... В итоге у ребят стоял лимит. Лимит на снятие денег. Там что-то $2000 в день. В общем, вчера целый день переписывались с банками. Сегодня утром лимит сняли. И мы готовы, мы приехали покупать автомобиль. То есть в этом смысле будьте внимательны, ребят. Потому что у них доступа в онлайн-кабинет банка не было. Так бы можно было сделать, ну, у себя в приложении где-то. А... Пришлось общаться с банком, переписки, вы знаете, такая структура, делает все очень долго. В общем, машину купили в субботу, в воскресенье, ну, сервисный центр не работает, в понедельник пытались снять деньги, и сегодня, дай бог, купим этот автомобиль. Покажем процедуру покупки в Батуми, как тут что происходит. Вот смотрите, там эксперты, здесь сервисный центр, а здесь выдают номера, техпаспорт. Приехал наш Равчик. Сейчас будем проходить экспертизу. В общем, еще раз его посмотрим. А вот ребята пойдут. Короче, ребят, я записал видео, ну, только что возле экспертов. Подошел полицейский, попросил меня удалить видео. То есть он смотрел, как я при нем удалил видео. Хочу засечь время, за сколько происходит продажа автомобиля. Сейчас 12 часов 13 минут, но вот ребята стали к экспертам в очередь. И когда уже номера получат, просто сколько, ну, насколько на это пойдет времени. Ну все, ребят, купили. 45 минут ушло на покупку автомобиля. Где? Ну ты рад? Так, меня сейчас заберут камеру, если что. Давай, поздравляйте. Так, осторожно, снимать надо, камеру забирают. Ну все, отправляем, ребят, в Тбилиси. Все, на этом коне, черном, полный привод, RAV4. Так, ребят, счастливо вам добраться. Да. Все. Спасибо вам большое. Все, Андрей. Было рад знакомству. Да, взаимно, ребят. Там направо, да? Вот. Вот направо, и у тебя дорога пойдет. Все, ребят, пока, удачи, звоните, все. Телефон есть. Все, давай, братан. Да, счастливо. Есть. Желаю вам там еще покупок. Да. До встречи. Ничего, приедем, позвольте. Окей. Все, пока-пока.